Это Брэди Остин. Ну, как через борт. Шварц. И, кстати, нормально поменялись. Это один на один будет Кузьменко. Красота какая, а, вот Кузьменко. Это да. Ну, такой авторский гол, правда, вот. Все здесь красиво. И выход Никиты Серебрякова для того, чтобы Андрей Кузьменко попал во все хит-парады. Ну да. И сам Кузьменко — очень умная игра. Это старая школа. Смотрите, пробросил себе на ход для того, чтобы шайбу не выбили. Могли бы фалить, конечно, но это дело другое. А дальше, ну, Серебряков не успевает.